Есть маленько. Сладкая чаша, горькая. Да. Ну, тут без запятых. То есть, кто как, да. Кому как повезет. Ну, ей повезло, да, я так понял. Все нормально у нее. Да, Игнатий? Будем надеяться. То есть, сына она родила уже, да? Да. Иван? Иван. Да. Ну, хорошо. Все как положено здесь. А тут я еще не знал этого, я когда писал, то есть, я об этом еще не знал, мне вот в пятницу только сказали. Ну да. Да, не дай Бог, хорошо. А ты написал? Я, да, конечно. Молодец. Но я не знал просто результата еще. Это я полгода назад писал. Она сначала в Новосибирске висела, вот эта тоже часть выставки. А сейчас я уже знаю, я могу уже написать. Еще есть. Это целая история. Будет уже в следующий раз. Я дополню. Они где, в каком штате живут? Они в Нью-Йорке. Прямо в Нью-Йорке? Да. Там район. Какой район? А там эти как? Там же много. Чудовский район. А, на Брагине что ли? Да, где-то там. Ну, в принципе, он, наверное, похож на меня. Ну, да, а там они, вот батюшка был, он говорит, я говорю. Мне вроде как проехать, а она по-русски спалит. Но на Брайтоне все по-русски говорят. Надо узнать, когда тебе придут, а чтобы им успеть и там пойти. Ну вот. А вот молодец. Вот это правильно, наверное. Куда пригласить? Смотрите сначала, чтобы узнать, кто наш. Вы стараетесь от нас никто не отставать. Это вы пришли, да? Да. Так, я сейчас спрошу. А кто мне поможет? Вот. Пойдемте вниз. И начнем. Проходите сюда, ребята. То есть Игнат Тихонович, вот тот человек, о ком эта вся выставка, ну вот эта часть выставки, да? Про Потеряевку и общину. Вот то, что то самое. Вот он рассказывает. Да, мы с ним познакомились в 89-м году весной. Он пришел к нам в редакцию газеты «Молодежь Алтая», тогда еще на восьмом этаже она находилась. Вот он примерно так же и пришел, только тогда у него были валенки с галошами и этот самый тулуп. Или пальто было, пальто с шапкой. И, ну, такой необычный человек. А зачем я пришел? За помощью пришел. За помощью. Теперь я буду. Я сейчас уже забыл, давать. Какая конкретно помощь нужна была. Там что-то или. О судах шла. А, по судам, по тем судам. Еще все. Ну я буду пояснять, по домам, а потом можешь продолжать. По домам, так лучше, да, чтобы не забыли. Дело в том, что поближе там все, чтобы подошли. Я плохо слышу, мне удобнее так разговаривать, когда люди ближе, когда слушают. Я верующий человек. И не просто уверовал, а мне хотелось исполнять заповеди Христа. А это означало идти поперек течения. Обличать по партию,
Я писал в Центральный комитет, которые были. Но это люди. Еще все при Советском Союзе. Людям это многое не нравилось. Мы видели, как развалится государство, что с этим дальше будет. Сегодня это все наяву. А потом ко мне будут домой приезжать первый секретарь Компартии и спрашивать, а как вы это знали, что это будет? Я верующий. Я родился в 39-м году, мне 72 года. А вот уверовал окончательно в Бога. Это когда Евангелие в руки попало, это 27 сентября 62 года. Минуточку. Ты человек? Говори. Он, наверное, подъезжает. Говори. Да. Да зачем же драмтеатр? Это Алтайский государственный университет. Корпус. Ну сюда, сюда немножко подъехать, и где краевая администрация, тут тебя ждут уже, Женя. С другой стороны. Нет, сюда надо, к университету подъезжай, сюда. Димитрова 56. За ЦУМом. Иди, тут увидишь, тут полукругом так озырек. За ЦУМом скажите, за ЦУМом. Я попутно отвлекаюсь, это фермер. Необыкновенный фермер Алтайского края. Он взял земли в свое время, я отвлекусь просто показать, как надо жить. Взял там 5 гектар. 5 гектар это не один день. Видите как? Мы не договорились. Разговори. Так, тебе выходят люди, смотри, тут где растут, там я вижу вроде елки растут. Вышел человек к тебе, смотри, с бородой. Кругом елки растут. Выезжай. Вот как надо жить? Он такой же, как все люди. Сейчас зайдет он к нам, это интересный человек. Село Подстепное, Евгений Долгов. На следующий год взял уже 50 гектар. Сегодня у него 6500 гектар. Если бы от таких Евгений Долговых тысячи было бы в России, Россию не надо было под Китай отдавать. Не надо было Международный валютный фонд. Он все накормил бы. У него все. 500 гектар свеклы, там 2000 гектар ячменя, весь пивоваренный завод на нем стоит. Все. Это настоящие русские мужики, вот на ком все стояло. Теперь говорится, что у нас здесь было. Меня арестовали первый раз в 80-м году. За что? Я люблю, чтобы люди знали, не были во тьме. А многие хотят, чтобы ничего не знали. Поэтому редко где-то встретить можно литературу. Иоанна Златоуста, это 12 томов, жил проповедник такой, в Византии, 4-5 век. Я доставал книги и насчитывал на пленке. Просто микрофон, а потом раскручивал 15 магнитофонов, и, ну, конечно, помощники были. И все это раздавали бесплатно. То есть стоимость пленки чисто, я это отдаю. Ну и кроме того, «Жития святых» 12 томов, «Добротолюбие» — это сегодня, на сегодняшний день, самая крупная фонотека в мировой сети, моя, моим голосом насчитана. Кто не знает, и мы могли бы вам сейчас дать здесь, выйти на наш сайт. Кто имеет выход в интернет? Ну, покажите, у кого у нас есть на руках? Сейчас, подойдите, а сразу попутно раздавайте. Вот. Ну и историю церкви я насчитал всю. Но 20 века нет. И попадает материал, как коммунисты поступали, закрывали 1275 монастырей, 57 тысяч храмов, 210 епископов уничтожено в один год было. Я во всем этом насчитал. Называется «Трагедия русской церкви». И, ну уж так случилось, я люблю Солженицына. И насчитал архипелаг ГУЛАГ. Полностью, весь парижского издания. И это все распространил по всему Советскому Союзу. И меня арестовали первый раз в 80-м году. То есть я сам стал живой осколок ГУЛАГа. А уже второй раз меня арестовали в 86-м во время перестройки. И когда я в 87-м году вернулся, реабилитирован, за мной ничего не было, нигде нету. В лагере смерти отбывал, 5 тюрем прошел. Вот тогда я пошел за помощью в редакцию, потому что мы не можем с места сдвинуть ничего, надо законом возвращать, а у них нечего возвращать. И когда подсчет произвели, они мне должны были 11 миллиардов рублей. Миллиардов, ну все деньги, сегодня 11 миллионов. Ну, это большие деньги, но они ничего не хотят отдавать. Но суд идет, я 11 лет судился только с ними. И пришел в редакцию, и они мне помогли, молодежная была такая. Ну, говорит... Ну, администрация, скажи ему кто-нибудь из наших, чтобы за прошел туда. Барнаул. Скажи туда, подъезжай. Центральный. Ну, где центральный вход? Центральный вход. Не доезжает центральный вход. Ну, да. Сейчас, подожди. Ну, так, вон тому центральному входу, выйди туда. Туда, центральный вход. Он уже туда подъехал.
Я Александр Павлович, вот я сейчас спрашивал его, а если бы я натолкнулся на другого, безразличного человека, было бы так? Этот человек очень отзывчивый, он не нашего круга, не то, что там мы натопчено. Он просто фотокорреспондент, фотохудожник. И он поехал уже осенью, в 89-м году, в Потеряевку. Вот это первый снимок, вот он сидит здесь. Это вот три моих племянника от старшей сестры. У нас были только шалаши. В это время я уже почти 20 лет был начальником детского православного лагеря. Ну, просто сами создали. Без помощи государства, ни одной копейки нам не дали, мы подняли тысячи детей. Ну, представьте, что если бы не я один, а вот все начали так делать, ну, не я один, это вот мои люди, братья, сестры. Нам не надо никуда в Международный валютный фонд идти. В один год Россию можно поднять. И нам не надо было голосовать за президента. Любой президент вот только подписывал указы и все. Пустого места. И мы дальше стали думать, это бывшая наша деревня, там Мамонтовского района, поселок Потеряевка. И, наконец, все были против. Но мы молились, были знакомые в Государственной Думе, ну, еще не сожженная она была тогда. И уже в марте, 23 марта, был губернатор Суриков, он подписал решение о восстановлении поселка Потеряевка. Это первые жители Потеряева были. И вот 20 лет мы ее восстанавливаем с нуля. Ни рубля за 20 лет нам государство не дал, ни рубля. Сами столбы ставим, провода натягиваем, храм построили, школу, учителя государственной школы. Но учителя все верующие. Определенный порядок. Я говорю вам, где жить. У нас 1 200 000 гектар в Алтайском крае пустующей земли. Почему никто туда не идет? Конечно, работать надо. Но о нас услышали очень далеко. Приезжала директор Кэссонского института из Лондона, Ксения Деннон. И она все это в интернете опубликовала. Дело в том, что если бы мы какую-то мощь имели от кого-то, а то не от кого. И это вот Александр Павлович Волобуев, фотохудожник. Он это все знает, как все строилось. Это его выставка. И он позвонил только в субботу, мы пришли. Мы хотели рассказать, чтобы это все вам помогло определиться. Вы-то сейчас что? Учитесь, еще неизвестно, что где будет. Какой бы вы специальность не получили, как у Пирогова спросили, кем хотите, чтобы сын был, он ответил, человеком. Вот если эту специальность получите, все остальное к этому приложится. Вот у меня специальность никакая, можно сказать, но я ею прожил. Я поступил в Пирогов институт, а потом забрал документы, поступил в колледж, называется, проектами. Ну, так как семья, все пролетариат, отец и мои там войны у нас без руки с войны, 10 там детейших, и меня МВД взяли сразу и оттуда, ну, с заключенными работать, строго режимный лагерь, оттуда уже в армию. Я просто хочу сказать, что вот если бы на моем пути не встречались такие люди, то ничего не сделать. И когда меня сейчас берут интервью, спрашивают, что самое, ну, великое в вашей жизни то было, я одну маленькую частичку рассказываю, что пришлось сделать. Я отвечаю, что я узнал, как много у Бога добрых людей на земле. Это как свечки горят они везде. И почему-то эти люди мне встретились. И эти люди приняли самое деятельное участие в деле, которое не их дело в этом деле. Я поэтому, ну, счастливый человек. Я не просто счастливый, а супер счастливый. Вот сейчас идем мимо краевого суда, а там председатель краевого суда, генерал-майор, председатель отдела юстиции и проценка, генерал-лейтенант, как его называют, прокурор края, Параскун, генерал-лейтенант. И был мэр города Баварин такой. И вот они сидят, день рождения было. Я захожу, они говорят, мы только сейчас о вас разговаривали. Более счастливого человека мы не знаем. Представьте, какой генералитет и такую вот нищету. А почему? Вы делаете то, что вам нравится. А я и показываю уголовные дела. Чем я занимаюсь? Я ни одного не выправить не могу. Я занимаюсь и с преступниками. 17 лет в тюрьме занимался. Я знаю их, они знают, я каторжник. Я знаю, о чем он думает, там сидит. Выступаем по рации, потом мы раздаем литературу, берем отходы в Алтайской правде, разносим по разным учреждениям, бумаги когда не было. Мы все задействованы были с утра до ночи. Это надо просто работать. Я вот услышал про выставку, Александр Павлович сказал, ну я хотел увидеть, думаю, молодых студентов. Я здесь преподавал несколько лет, я 18 лет в АГТУ, педагогически. Я нигде за все время, вот 40 лет начальник детского лагеря, ни одной копейки не получил, нигде. Это вот с чем эта разница? Мы выложили все, и никто из нас не получил. Ну, государственное есть, у меня минимальная пенсия, мне не давали работать, поэтому самое минимальное, я работать мог только сторожем. Но свободный день, я работал печником, и у меня деньги были. Но все брошено на то, чтобы люди знали, насчитать на пленке и распространить. А теперь-то говорить легко, все это в интернете стоит. И о нас сняли государственные фильмы. Один называется «Предчувствие»,
Свердловская киностудия документальных фильмов, получил первый приз на международном киноконкурсе. Назвали «Искорка, возрождающаяся Россия». Второй фильм в России. Вот он работал Кузнецов, этот самый режиссер в «Алтайской правде», этой администрации, он по культуре. Ну, он и сейчас работает. Да, он работает. Он второй фильм «Златоуст из Потеряевки». Это мое прозвище и поселок Потеряевки. Он занял первое место в России. Ну, ни на чем. И этот фильм, вот сняли о Ведакиме, он первое место не займет. Вот снимут сейчас о Карлине, он никакого не займет. Почему? В душе у человека отклик есть. Это наше родное, в тебе это, ты как пробуди в себе эти силы, ты не знаешь, кто ты есть. И просто не знаешь. Я еще просто к своей биографии обращусь. Я заканчивал техникум, но я страшно много читал. Но читаю «Войну и мир», и кому-то говорю, почему они по-французски разговаривают? Кто знает иностранный язык? Вот вы можете разговаривать. Поднимите руку. Ну вот, понимаете, вот у нас такая же история, но сейчас хоть преподают, а у нас в школе не было иностранного языка, вообще не было. А ты изучи, мне один бросил, а я не любил, когда со мной так разговаривали. Я сразу пошел к соседке, девчонке, и попросил его учебник за 5 класс. И за службу в армии я выучил английский, немецкий, французский. Выступал перед этими людьми в Англии, в Америке, сказать, в Америке, в немецком собрании, самостоятельно, ни одного дня нигде не учась. В армии 4 года потеряно, это я во флоте служил, у меня ни один день не был потерян. Все мировые системы политически изучил за это время. Просто на себя надо взглянуть. Да, я нищий, я убогий, но я счастливый человек. У меня много друзей, готовых пройти эту жизнь вместе со мной. И главный лозунг в нашей жизни, какой должен быть? Сейчас мы по выставке об этом поговорим. Ну, это все конгрессы, тут разные симпозиумы, меня приглашают они. Я староста Крестовоздвиженской общины. Ну и вот сидим здесь в БГТУ, там собрались, даже было лауреат Нобелевской премии Алферов. Там. Вот нет идеи, объединяющей Россию. Ну, пролетарии всех стран, объединяйтесь, не объединила. А я говорю, я знаю, они вот профессора сидят, и вы знаете, знаю. Ну скажите, пишите. Четыре слова, вот запомните. Это объединит нас всех до единого. Уничтожит все недостатки в России. Раскрой тюрьмы. Ни один на нас не посягнет. Я эту идею выработал своей жизнью. Запомните 4 слова. Дети. А я знаю, что говорю. Я 40 лет начальник детского лагеря, основатель этого лагеря. Уникальнейшего лагеря трудового. Дети, воспитанные во Христе. Ни одного развода. Ни одного депутата-взяточника. Ни одной коррупции во Христе. То есть пробудить совесть. Человек в душе должен быть со Христом. Вы знаете изречение Федора Михайловича Достоевского. Во всей мировой литературе я не нашел ничего симпатичнее, привлекательнее и мужественнее Иисуса Христа. И с ревнивой любовью говорю, что и не может быть. И если бы кто доказал, что Христос вне истины, то я бы лучше согласился остаться со Христом, нежели с истиной. Говори. Так вот, Александр Павлович... Он оказал нам такое внимание. Он на этот вопрос не смог ответить. А если бы я натолкнулся на человека безразличия, он бы не приехал в выставку, это и не было. А ведь он о нас сделал известным не просто здесь, он брал престижные премии, гран-при по всей Сибири, заповедник веры. Вот он перед вами, это живой уникальный человек. На международных фотовыставках он берет. За рубежом издают альбомы с его фотографиями. А все они почти взяты с Потеряевки, которые удостоились этого. И когда она, вот это как раз, видите, названа Мадонна, да. Это у нас девушка. Она как раз окончила с красным диплом АГУ, изобразительное искусство. Сейчас она в Америке вышла замуж, там приезжал хирург. Еще одна фотография наверху ее будет. Ну вы покажите, прям давайте. Да. Это вот вы же Наталья Приходько. Знаете, вот ее обращение какое было? Я вел занятия, вот 18 лет в ГТУ, а до этого где-то лет 5 здесь. Вы, конечно, не знаете, был тут Константин Филатов, секретарь комсомольской организации вот этого. Но вы знаете главного редактора вашей газеты «За науку» Клименко Владимира Федоровича? Главный редактор вашей газеты, непосредственно университетской. У нас очень хорошие отношения. Вот сейчас редактором церковной газеты попутно еще, Алтайской комиссии, и здесь. И вот в сценам у меня был в лагере. Он прекрасные статьи опубликовал, когда на нас нападки были, а он все написал как есть. Вот эта девушка, она училась текстильным где-то, а душа не удовлетворена. Она искала, и кришнаитов познакомилась, и свидетелей Иеговы, а душа говорит не то. Пошла в церковь православную, молится, а душа ей плачет, она говорит не то.
она не может найти внутреннего успокоения. И вот однажды она ехала в автобусе, а в автобусе так плотно было, что ее волной гнало просто к заднему выходу там, и услышала, две женщины говорят, и говорят о Боге. Я говорю, вся внимание. Но одна сошла, говорит, а я к этой подошла, вы сейчас о чем говорили? Так интересно. Она говорит, мы ходим на занятия в ГТО, ну и сказали, что я преподаю. И она на следующие занятия, два раза занятия, вторник, пятницу были. И она пришла, и дальше она о себе говорит, это все в интернете есть. И вот как Бог делает? Я не маг, не гипнотизер, я глубоко верующий. У нас это считается за волшебство. И вот она пришла и села на первую скамейку. 410-я аудитория. И дальше она пишет. У меня, говорит, главные вопросы были вот эти. Она знала, сколько? 15 вопросов, которые не священники. И вдруг она слышит, я по теме объясняю в это время. И вдруг посмотрели на меня, перестали разговаривать и стали отвечать на мой вопрос. На мой вопрос ответили, сразу вначале мой второй в том порядке, в котором у меня были, и вы начали отвечать на все мои вопросы. Ну, это невозможно знать. Это Бог делает. Повторяю, что с нечистой силой мы не знаемся. А потом она вот была 12 лет, отдала нашему православному лагерю. Она там была старший воспитатель, прачка, она там была швея, ночные горшки, это все и психолог одновременно. А потом она закончила вот вашу АГУ здесь с красным дипломом. Вот 2 года назад она вышла за хирурга болгарина одного в Америке, сейчас мальчик у нее родился. Никто не думал, что она выйдет замуж, но ей попало еще за то, что она через интернет, нам не позволено знакомиться, она через интернет. Но приехавший, он привез грамоту от митрополита. Ну, мы видим, мешать мы не будем. Мы боялись потерять человека. Ну вот, видите как. Это не ее девочка, там одна наша сестра, у них тоже детишек много. Наталья приходит, а теперь она, у нее там фамилия другая. Как ее фамилия, кто знает? Ну, что-то там такое, болгарская. Ну, хирургом работает. Ну, может перейти к другой фотографии. Вот это у нас пирс называется. Вот здесь вот огорожены дети, называется лягушатник. Купаются дети, детей учат плавать. Потом детей выпускают, это открытое море, пруд. Мы выдаем им свидетельства, значки от освода. Ну, все на серьезном. Про детский лагерь сказать. Наш лагерь, он единственный такой. Единственный не в России, а в мире. У нас что ни возьми, все уникальное и супер уникальное. И ничего там особенного нет. А что у вас уникально? Ну, в первую очередь, мы серьезно относимся к жизни. Так и мы серьезно. Я говорю, ну, приехали разные руководители разных лагерей, скажите, мы встаем в 5, вы во сколько? Как в 5? Я не спрашиваю, как. Удивление потом. Сначала во сколько? Ну, в 8. Так, мальчик, ты во сколько встаешь дома? В 11, иногда в час. Здесь в 5. Но вы знаете, пословица, кто рано встает. Ему это все рассказывают. У нас ныкать нельзя. Почему? Я вам объясняю. В Японии национальный культ кандзё. Терпение. Никогда не стонать. Не показать виду. Вот ребенку трудно пойти в стоматологический кабинет. И он сидит, ему уже сверлит, и у него слезы текут. Мать не будет уговаривать. Да подожди, не плачь. Она только говорит, сынок, мульци, а где твое кандзё? Все. Я японец, у меня кандзё. Мужчина пьяный, колотит киоск, киоск, говорит, шатается, а она полицию не вызывает. И все понимают, мужчина поступает худо, а у этой киоскерши кандзё есть. Вот это нам кандзё, я беру оттуда. Другой, слушай, легли спать, у нас нельзя ни одного слова шепотом говорить. Я спрашиваю начальников лагеря, у вас такой полет, да какой там прыгают, бегают, там не поймешь. У нас по-другому целомудрие, к девочке нельзя пальцем прикоснуться. Конечно, и она. В церкви стоят поврось. Чтобы купались, видели друг друга, этого никогда не будет. Целомудрие и стыдливость. Но сегодня образец это мусульманство. Мы христиане. Скажите, в ваших лагерях это есть? Второе, у вас этого нету. Третье, мы соблюдаем все православные посты. Вы соблюдаете? Как это? Так ребенок хотел поправить. Я вам вопрос не об этом ставлю. Соблюдаете меня? Теперь посмотрите, дети, какие приезжают, какие уезжают. За 40 лет ни одного больного. Берем больных, которых чуть не на носилках приносят, уезжают все здоровы. Вам что-то это говорит, нет? Ходим босиком, рано встаем, многократно, что 6 раз, купаются, дети не нервничают, все открыто. Уже через 2 недели мы спрашиваем, дети, хотите, мы будем вставать позже? Нет, ни один, они каждый день референдум. Мальчики первые, за стол первые, купаться первые. Но вот вечером по непогоде или как-то долго заигрались в футбол. А у девочек длинные волосы. Мальчики,
Дадим им первым покупаться, начинает стонать. Ну вышли, девочки, вышли, выпадут. Какие красавицы. Да через 10 лет ты вокруг нее винтом будешь ходить. А сегодня ты не хочешь ей первый искупаться дать. Ну дадим или дадим? Дадим. Все. Он сам должен решить. Это сокровище. Выше ничего этого нет. Вы храните мужчину. А ты за женщину готов будешь жизнь отдать за девушку. Вот как воспитывали. Дети, воспитанные во Христе. Приезжает, вот он увидел коноплю, он хватает ее, трет и скорее нюхает. Наркоманы, дети. Родители говорят, мы купили наручник, его приковываем в батарею, чтобы уйти из дома. Все тащит. Приезжают они через месяц-полтора, ребенка не могут узнать. А что с ним сделалось? Он обнимает их, веселый. Разгладилось лицо. А что вы с ним сделали? Как? Ничего не делали. Мы каждый день молились. Утро начинается с молитвы, чтения Евангелия. Все. И у нас 4 раза в день разборка. Кто-то кого-то обозвал. Вот девочка, привозят 10 лет девочки. Сразу проверка, она со швами. Ее наш преподаватель один в школе увидел, мать запилась, она с бабушкой живет. Доит сама корову, 10 лет, в банку наливает, выходит на трассу Барнаул-Новосибирск, торгует, чтобы купить хлеба. Что с ее спрашивает-то? Мы обработали ее, а он уже, мальчик этот узнал. И во время игры он назвал ее вшивой. Она заплакала, пришла, меня вшивой обозвали. Ну ребенок, сразу колокол, это тревога. Это оскорбление человека. Так, иди сюда, Вася, ищи в голове. Если не найдешь ни одной вши, я тебя накажу за ложь. Уж как он искал, он бы от себя подсадил. Но нет ее вши. А теперь посмотри, какая Иринка красивая. Какая она трудолюбивая. Как она все может делать. Тебя наказание. С сегодняшнего дня все время с Ириной будешь играть и защищать ее. Я все время должен придумать, какие наказания. У нас физическое наказание лагерь. Там прокуратура, проверки, ничего нет нигде. Как? Он матерится. Вот ребенка 7 лет привезли, Алешка. Вам первый вопрос. Какой? А у вас можно в лагере материться? 7-летний ребенок. А что, незачем убожество души, как Чехов говорит? А как Маяковский говорил? Пусть с фронта борьбы поступает с водки, что вышли победителями из боя злого. Не выпито ни единого стакана водки, не сказано ни единого бранного слова. Мы сегодня побежденные будем. По этому принципу Маяковского даже. И дети это знают. А что, у меня крапива вокруг лагеря, лечебная крапива. Сорвали, все молятся, в отдельную келью завели. Ругался, да, ругался. А зачем? Я не могу ничего сделать. Проведи губами. Я положил, проведи. Конечно, она его жгет. А родители всегда подписывают, согласны на это наказание. А может без наказания? Нельзя. Наказывая тело, врачу им душу, Златоуст говорит. И наших детей уже не надо там в армию убивать. Из наших детей ни один не попал, вот называется там бедовщина, ни один. Ни один. А это речь идет о сотнях мальчишек. А это вот жена его, и он сфотографировал ее на этом, вот оно 180 где-то этому пруду, вот свай это заливает, тут работаем, месяц едва сделали. А дальше, а теперь они купаются, дети прыгают туда уже, которые вышли в открытое море, а здесь их учат плавать. Ирина, ну она даже здесь форму креста, да, сохранится. Да, там дальше, с той стороны еще, но там батюшкина территория. Ну, мы стараемся не трогать. Обыкновенный пруд. Мы его запрудили. Все своими руками. Посадки идут. Все везде обгородили. Ну, он это все знает, мог бы показать. Если на наш форум зайдете, там 1000 фотографий. Вот в Mail.ru у меня 2600 наших фотографий. Вчера у нас